Мексиканские власти закрыли дело против актрисы Кейт Дели Кастильо, которую подозревали в связи с коротышкой. По таким прозвищам на весь мир известен наркобарон Хоакин Гусман. Полиция занялась актрисой в октябре прошлого года, после того, как в США вышло интервью коротышки, который тогда находился в бегах. Вот Кейт знала, где находится глава наркокартеля, но не сообщила об этом властям. Сама актриса заявила, что закон не нарушала, так как журналисты имеют право не разглашать свои источники. И вот теперь, когда ее аргументы услышали, Кастильо пошла еще дальше, сообщив, что скоро снимет фильм о коротышке. Ну, кстати, сама Кейт прославилась ролью главы банды наркоторговцев в сериале «Королева Юга».